Всем привет, с вами Богдан Ткаченко Станиславович, мы играем Авона без Эбоши. Близко нельзя подходить, я помню. Вот здесь вот надо, я так понял, вот сам до этого дошел, что надо стоять одной ногой, потом слегка подпрыгнуть. Еще слегка. Вот здесь мы стоим правее. Наш треугольник правее треугольника шипа чуть-чуть. И здесь то же самое. Здесь мы одной ногой стоим. Вот, и потом вправо подаемся. Здесь опять одной ногой стоим, но когда прыгаем, то потом вправо подаемся. Вот отлично. Там влево смерть, кажется. Видите? Причем можно еще вот так. Вот, все равно смерть. Здесь еще попробуем. Так, надо. Ну вот, смотрите, вот сейчас постою, и вот вы видите. Надо вот эту голубую таблетку зацепить и прыгнуть с левой стороны просто. И после этого можно будет скатиться. Видите? Вот такой у меня план. Но я слишком справа подцепляю таблетки. Слишком рано прыгаю. Она прямо сразу над шипом. То есть, если я сразу ее не прыгну, то шип не уберется. Так, последний раз. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Распространяйте это видео в соцсетях, ставьте колокольчик, ставьте комментарии. Всем пока. Пока-пока.